Шанс, конечно, был у Вашингтона и с точки зрения момента у Кнобла, и с точки зрения того, чтобы просто быстро забросить шайбу Питтсбурга, а может быть даже и спровоцировать потасовку. Но понятное дело, что Малкина в этой потасовке не будет, но все равно потасовка как часть, скажем так, попытки изменить ситуацию на льду. Получить в случае выигранного боя и вообще в любом случае драки получить некий моральный перевес. Мы смотрим с вами повтор силового приема на Михалике.